Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Poco X4 GT. И сейчас я покажу вам, как включить настройки разработчика на данном устройстве. Для этого мы открываем приложение «Настройки», выбираем раздел «О телефоне», далее выбираем все параметры. Здесь у нас есть наша версия устройства и нажимаем на нее несколько раз. Нам пишут, что мы стали разработчиком. Теперь мы возвращаемся обратно в настройки и переходим в раздел «Расширенные настройки». Здесь проходим вниз и видим раздел «Для разработчиков». Можете уже посмотреть самостоятельно, что есть в данном разделе. И если вы захотите его отключить, то просто убираете отсюда галочку. Вот и все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.